И всем-всем привет! Вы на канале Веселый Дракон, и сегодня я вам покажу вот такую головоломку с шариками. Вот, у нее шарики, и как вы видите, она сейчас собранная, должно быть три шарика в ряд. Вот, она вот так крутится, мы должны такими манипуляциями разобрать и собрать эту головоломку. Вот. Даже есть вот коробка из-под него. Вот, у меня синяя была. В черном магазине не было, но была розовая. Я взял синюю. Вот. Написано Finger Molton. Или что здесь написано? Finger Molton. Я думаю, это написано, что она помещается в руке, крутится на 360 и развивает мозги. Ну, понятно, коробка нам не надо. Вот. Без нее разберемся. Вот там инструкция была. Так, теперь давайте ее разберем. Немножко страшно, когда я в первый раз собираю разбирать. Может, вдруг что-нибудь там невозможно в ней есть. Но я знаю одно, то, что в ней раскручиваются болтики. Так, ну все, в принципе, запутал. Пусть будет один ряд уже здесь собранный. Вот, потому что все равно не имею представления, как ее собирать. Ух, надо синюю снизу заменить на розовую сверху. Ну, это делается как бы так. Но у нас серая разъединяется по итогу. Здесь можно как-то, чтобы здесь было два, а не три шарика. Вот так вот. Вот, и вот эти все шарики вот так. И нет, не так нельзя. Только по три. Теперь надо посередине. Так, теперь. Фу-фу-фу. Так. Так, это я не знаю, что я сделал. Смотрите, так, здесь собрана желтая сторона. Вот, я собрал одну сторону. Надо на низ сюда смотреть. А здесь вот такая ситуация. Даже непонятно, что здесь в этой ситуации делать. Я просто не имею представления, что здесь делать. Вот, фух. Давайте попробуем еще разок немножко их запутать. Немножко их запутать, а потом распутать. Как-то так. Нет, ну не собирается. Я думаю, это невозможная головоломка, потому что шарики выковыривать нельзя, ничего делать нельзя, только собирать вот так. Так, три собранных, две собранных. И когда переворачиваем, типа надо, чтоб... А, я понял, наша розовая пошла вниз. Наша розовая пошла вниз. Нет. Да, что-то странное. Фух. Одну сторону собрал, две стороны собрал. Нет, у меня по итогу получается какая-то вот такая фигня. Ох, ну как здесь собрана эта головоломка. Может быть, задача сделать на одной стороне такую, на одной стороне такую. Вот. И не знаю, как ее собрать. Давайте попробуем еще разок. Так. Может, что-то поменяется. Вот, типа здесь серая ушла. Потом серая пришла. Теперь их надо соединить. Каким-то образом. Здесь получается одна. Так. Давайте попробуем еще. Так. Три. Здесь получается какая-то тоже такая фигня. Вот. Надо примесить сюда. Вот, получается три. Теперь опускаем. Может, и там где-то получится три. Нет, никак не получилось. Ох, 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 ох. Я
Не могу решить эту головоломку, она какая-то слишком сложная. Ну, давайте попробуем собрать ее еще раз. Может, нам повезет. Так, 2, 2. Думаю, нормально уже запутал. Так. Теперь эту розовую. Вот, получается, сюда. Вот, получается, без одного опять. Опять без одного? Да что такое? Ну, соединяем теперь еще. Это реально невозможно. Головоломка. Опа-па-па-па-па-па. И нет, опять получается эта ситуация. Я просто не могу решить эту головоломку. Попробуем, давайте еще раз. Ох, как же это сложно все-таки-то. Давайте попробуем собрать не все, а по очереди. Нет, давайте я, если вы наберете много лайков, я сниму следующую часть про эту головоломку, в которой я вам покажу. Или будем вместе все равно делать. Вот, как там собрать какие-то узорчики. Вот, давайте сейчас попробуем ее все-таки досилить, эту головоломку. Это же невозможно, чтобы я не решил какую-то головоломку. Так, ищем там, где одна. Вот здесь вторая. И вот здесь третья. Так. Получается вот здесь. Вот так получается. То есть теперь надо совмещать вот здесь. Ну, чтобы это не заделось. Ага. Вот так получается. Вот, чтобы здесь получилось 3. Ее загоняем сюда, эту 3. И они все равно разъединяются. Я не понимаю, как. Вот 2 все-таки получилось. Теперь 3 якобы наверху. Сейчас сделаем. 3 наверху. Ай, блин. Фух, я даже не знаю, как ее собрать. Даже не знаю. Ну, предположить, как это собирать. Вот, я официально заявляю, это невозможная головоломка. Вот. Давайте с вами попробуем выковырять шарики и правильно их внаружи поставить. Вот, ну, я думаю, так нельзя делать по правилам этой головоломки, ну, правил нету. Вот, ну, попробуем все равно собрать. Так, все шарики, вот у меня получилось. Я не понимаю, может просто крутить, и оно как-то соберется. Ага, вот 3, вот рисунок, нет. Я даже не понимаю, как это сделать. Вот здесь 2 розовых. Вот 3 розовых. Вот 2 серых. 1 серая. Ох-хо-хо-хо-хо. Ну и головоломочка, конечно. Голову, конечно, ломает. На коробке написано, это головоломка 3+. Я просто не понимаю, 3+? 3+, ее просто раздолбают. И такой, как это сделать? Я не понимаю. Вот. Опа, у меня подобрались цвета. И нет, все равно получается вот такой рисунок. И я ее просто не могу решить. И я не понимаю, как ее решать. Может, это какая-то юла. Или Бейблейд. Или какие-то штуки. Похоже, нет, это не то.
Вот, я официально заявляю, это головоломка. Просто невозможно, ее невозможно решить. Ну, вот, она никакая не легкая. И это точно. Это точно. Что она не легкая? Она не для меня. Эта головоломка какая-то слишком сложная. Казалось, все легче. Я их просто не могу собрать. Вот просто не могу и все. Вот у меня здесь получается. Вот собраны две стороны. И все равно получается вот такой рисунок. Это невозможная головоломка. Я в этом убедился в сегодняшнем ролике. Вот, если вы хотите, тоже где-то ищите такую головоломку. Вот. Если наберете очень много лайков или много лайков на частях с головоломками, то я куплю какую-то еще головоломку и вам покажу ее обзор. А на этом у меня на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые мои ролики, чтобы вы смотрели их самыми первыми. Вот, до новых встреч, всем пока!